Так, стой тут. Не лезь под руку. Эй, красавчик! Наверное, тут недавно. Thank you.
Да, я почти все. Уже здесь. Говорю, место жуть. Хуже давно не видела. В этом месяце точно. Кровь повсюду. Представляешь, парень убился гаечным ключом. Парень? Да, серьезно. Он забил себя до смерти гаечным ключом. Не знаю как, копы так говорят. Я похожа на детектива? Я просто дерьмо убираю. Ладно, поговорим потом. Нечего на нас навешивать. Мы тут все время были. Ты не запустил? Мало ли кто. Тут полно психов долбанутых. Ладно, продолжайте патрулировать и смотрите в оба. Нам не нужны проблемы. Как она работает? Я просто хотел тебя проверить. Правда? Ну, допустим, я забыл. Ты мне покажешь, как включить проектор? Да, я бы показал, но мне тут нужно лестницу охранять, так что... Смотри, не упади на задницу. Прости, что ты сказал? Я сказал, ты крутая задница. Очень крутая. Эй, иди сюда. Включи эту штуку, ладно? Нашла коса на камень? Не-не, я знаю, как ее включить, как она работает. Правда? Я просто хотел тебя проверить. Ну, допустим, я забыл. Ты мне покажешь, как включить проектор? Да, я бы показал, но мне тут нужно лестницу охранять, так что... Смотри, не упади на задницу. Прости, что ты сказал? Я сказал, ты крутая задница. Очень крутая.
Точно. Тут прошел парень в узких джинсах и с бабской сумочкой. И никто даже не поморщился.
Ее зовут Виктория, и она строит хреновые печати. Черт знает, она какой-то накрученный вундеркинд. В общем, мы просто схватим ее и будем удерживать, пока нам не заплатят выкуп. Она похожа на один из твоих лабораторных проектов. Я что, блин, спрашивал твоего мнения? Ты гребаный урод. Ты твое пусть... дело молчать. Делать, что я велю, и хорошо выглядеть. Кстати, хорошо Господи Иисусе! Блин, ты стучать не пробовал? Молодец, Санчес. Кто это, коп или частный детектив? Ядрить меня нежно. Какого хрена? Это не частный детектив! Это грёбаный призрак, легенда! Это чёртов агент 47! Агент 47? Охренеть! Блин, ты о чём вообще? Детка, это вообще всё нахрен меняет? Это меняет всё? Ха-ха! И за каким хреном он нам нужен? Тук-тук, уборка! Удачно! Что ты делаешь?
Буэнос диэс, Пепита. Здрасте. Да, у нас тут легкий беспорядок. Может, да, идем, я уберу. Доберешься. Было бы неплохо. Сейчас. Наконец-то. Хорошо. Заходи, милая. О, боже мой. А, черт. Ты гребаное животное. Господи. Мне нравятся готичные девочки. Знаешь, я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убить самого агента 47, да, но... Видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, Господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Ну вот, теперь убийцу искать не буду, да? Киллера. Я вообще-то не люблю драть глотку, но это, мать вашу, просто... Праздник какой-то! Попробуй. Хотя... Если подумать... Спи, моя радость, усни. Блейк, а может не надо? Это плохой план. Да ладно, милая. Давай поконим и пошустрее. Адиос. Чертова крыша вот-вот обвалится!
все чисто. Сержант. И кто-нибудь принесите план этого места, бога ради. Что с этим Физаном? Его надо бы перевести в чертов Саганаж. Надо убедиться, что тут все оцеплено. Не хочу, чтобы кто-нибудь просочился или утек без моего ведома. Физана, где чертов свет? Проверь вон там. Все вверх дном. Мою смену он не скроется. Поняли, сержант? Эй, Физано, обеспечь свет. Понял, сержант. И кто-нибудь принесите план этого места, бога ради. С этим Физаном. Его надо бы перевести в чертов Саганаж. Проверь, вон там. Есть. Это я его видел. Thank you.
Диспетчер, тут какая-то драка. Сейчас выясним. Неужто? Все чисто. Слышал, все отделения прибывают. Отель тут заказывается. Предохранитель, сержант! Мы его не найдем, если... да, я понимаю. Господи, что с ним, блин, такое? Каждый день на меня орет, как моя мама. Все время. Я этого не вынесу. Секундочку, неужели... Thank you.
зуб даю, где-то мы с тобой уже виделись. Это разве не... Ну... Эй, а ну-ка, постой.
Может, я его раньше по телеку видел? Как правило, я незаметен. Я чистый лист. Люди не видят того, что не привлекает их внимания. Но когда они найдут тело горничной, сколько времени пройдет, прежде чем кто-то вспомнит? Человек в костюме. Как он выглядел? Я был неосторожен. Я недооценил торговца оружием и теперь плачу за свою ошибку. Надо выбраться отсюда. Слиться с толпой. Полиция идет по моему следу. Разнюхать не можете. Так где нам быть? Вам? Нигде. Но раз пришли, оставайтесь. Прикройте нас. Он где-то рядом. Вы все слышали. Рассредоточиться. Рад вас видеть. Думаете, сумеем поймать злоумышленника? Злоумышленник? Вы словечко. Книг начитался у себя в Саганаше, что ли? Работай, сука, работай! Эй, Физано, выключи! Но это же мой фонарь! А мне насрать, Физано, достали уже эти руки!
какие-то беспорядки. Не уверен. Выясняю. Эй, есть кто-нибудь? Я его знаю. Кажется, он... Вроде все чисто. Прием. Правила я не заметен. Я чистый лист. Люди не видят того, что не привлекает их внимания. Но как?
Кто, блин, этот парень? Прыгает по крышам, уворачивается от пуль. Что тут происходит? Должно быть бывший военный. Знаешь моего кузена, Энтони? Он лечит солдат с этим, как его, ПТСР. И некоторые из них, уж если срываются, то срываются, понимаешь? Так, к вопросу о расширенных зрачках. Вы, парни, конкретно обдолбались. Пожалуйста, мы же совсем чуть-чуть. Как лекарство. Лекарство? Да у вас тут целое... Не заметил? Господи. Давай. Отойди от меня. Полейся одеколоном, ты весь своей травой проводил. Не усугубляйте ситуацию. Ты и твои мелкие засранцы, вы идете с нами. Думаю, надо провести обыск. Понимаешь, да? Тщательный, полный обыск. Да ладно, а без этого никак. У этих парней по 20 грамм в кармане. Нефиг с ними общаться, как с преступниками. Эй, процедура такая. Надо все делать по инструкции. Иди за латексными перчатками. Знаешь, за этими. Присыпай. Почему мы следуем инструкции, только когда моя очередь докапываться? Фу, мерзость какая!
Знаешь, что смешно? Меня вызвали на этот этаж пару недель назад. Домашние разборки, так? И хозяин жаловался, что весь дом пахнет соснами. Теперь-то мы знаем, почему. Кто-нибудь знает код от этого сейфа? Может, не последний? Осмотрим место, но сильно не нарываемся. Ладно, может быть еще один взрыв. Так что смотрите в оба. Видно что-нибудь? Нет, здесь его нет. Секундочку, неужели...